Сейчас мы идем к собачке Келли, у нее осложнение родовой деятельности. Вчера вечером, где-то в районе часов 11, наверное, собачка начала беспокоиться. То есть начала проявлять признаки того, что вот-вот у нее уже должны появиться щенки. Ей показано экстренное кесарево на данный момент. Чем вызвано, в чем проблема, почему пошло не по естественному пути, а пришлось обратиться в клинику пока для операции, пока неизвестно. Реанимация будет заниматься врачи интенсивной терапией и пытаться спасти жизнь детям. Есть риск, что собака и щенки могут не перенести анестезию и операцию. Полотенчики, салфетки, кардиамин, если у нас вдруг будет остановка сердца, перчатки и шовный материал, чтобы перевязать пуповину. Тише, Келли. Состояние стабильное собаки. Сейчас ждем, пока побреемся. Делаем антибиотики, обезболивающие, эпидуральную анестезию и заходим в операционную. Состояние мамы стабильно, посмотрим, что у нас с плодами. Пока что на анестезии реагирует собака достаточно хорошо, и никаких осложнений у нас нет пока. Все может измениться, соответственно, когда хирург займется уже непосредственно животным. Вытаскиваем по одному ты сейчас забираешь, относишь девочку. Он дышится. Можете это увести, он дышится самостоятельно. Неси быстрее. А вот не дышит. Нет, не дышит. Реанимировать в любом случае будем всех пытаться. Носи, принеси еще пеленки. Джин, щенок не дышит. Сейчас... Из носа откачиваем жидкость из дыхательных путей, которая скапливается. Эти мгновения определяют грань между жизнью и смертью. Ань, ты мой! Огонь! Все хорошо. Мы дышим. Яна справилась. Давай. Ну что, у нас все живы. Это определенный успех. Все живы, все мальчики. Ну да. Давай, кричи. Давай. Маленькие бегли.